Добрый Здравствуйте. Вечер. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день, Владимир Васильевич. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против. Так, вы знаете, как закончим говорить, вы мне свой точный адрес внизу, тут прям под скайпом напишите. Хорошо. А вы знаете, я если назову фамилию Татьяны Прокопьевны, Зинкевич. Правильно? Зинкевич? Зе, первая Зина. Зинкевич. Ну я понял. Честно, не помню я ее фамилию. Ладно. Потому что уже. У меня там люди есть, которые сейчас начинают разыскивать. Вам сколько лет сейчас? 57-й. А у меня 77-й. Так что вы мне в сыновья годитесь. Вы знаете, вы в моей душе оставили прекрасный. Здравствуйте! Светлый. Добрый день! Вот сидит человек, который меня практически спас от великой болезни и смерти. Как он меня схватил, с работы тащил, а потом двойную порцию масла, молока давал. Удивительный души человек. Как я хотел его найти, и Бог позволил. Ну, мы тоже, наверное, месяца полтора-два назад Володя сидит и говорит... Где же Игнатий Тихонович, как он там, часто он вспоминал. Там? Часто вспоминал. Ну вот, наверное, все равно Бог свел. Вот Господь так и свел. Видите, у нас какие миссии большие были. Вот мы специально купили «Газель» для этого, и мы живем в Барнауле, а проехали до Владивостока, порт Находка. А потом поехали всю Россию, Турцию, 6 мусульманских республик, и прошли до Лиссабона, Португалию. Прошли Скандинавию и Прибалтику. Я везде дарил свои 38 книг. У меня вышло из печати. Классно. Мы свидетельствуем о Христе. О Боге. И вот у меня одна книга есть. Называется «Для слова Божия нет уз». И там говорится, как я в Жанатасе был. Внутренний мир христианина. Что там было, как. Кое-что упущено. Просто не хватало документов. А та книга из одних документов практически. Где что печатали, говорили, как судили, допрашивали. И за все прославляем Бога. Вы не думаете в наших краях быть как-нибудь? Нет, наверное. Нет. Потому что у меня в ваших краях там никого нету, ни родных, ни знакомых, ни близких. А вот... Там никто у нас не живет. Я начальник лагеря, создатель лагеря православного, уже 44 года. Так что, если ребятишки у вас захотят по-настоящему отдохнуть, по-христиански, купаются они раз 5 в день, то можно к нам приехать будет, мы вас примем. У нас ребятишки... Ребятишки уже выросли мои. А вот на руках-то, как и бывает, поменьше, внуки там кто? Это внучка самая младшая. Ага. Ну вот так, мы сейчас были в храме, я не видел, что вы тут, у меня включено было, закачивался ролик один. Я вам скину, где наш YouTube, там все, у нас очень большой видеоканал. Ну я смотрел. Видели, да? Около больше 4000 роликов разных. У нас все направлено к одному. Я смотрел, да-да. По Яндексу смотрел, где находится ваш поселок Потеряевка, действительно Потеряевка. Это первый поселенец был Потеряев, фамилия. По фамилии. Бывает там как-то Шадринск, по фамилии Шадрина. Так, понятно. Вот такое дело. Вот. А вы не знаете, почему лагерь закрыли? Ну, была реформа в уголовно-исполнительной системе. И приняли постановление, что первоходок, у нас же первоходки в основном же были, первоходок не сажать. И лагеря общего режима у нас ликвидировали. Вот. Начали первоходок отправлять в колонии поселения. Вот как. Вот так вот нас и закрыли. А потом, не знаю, при вас, не при вас, у нас было много декабристов, которые пучу устроили в Казахстане. Вот, были враги народа, а сейчас их всех сделали героями. Mm. Вот, беспредел в лагере. Ну и
начали жаловаться, жалобы писать к нам. Прокуратура приехала и посчитали, что наш лагерь ненужный. Да. Все, его расформировали, кого куда отправили. А вы не знаете, тот капитан, который был Беженаров, как вы говорите, политотдел, он где находится? Он в Джамбуле. Он в Джамбуле. А вы не могли бы его адрес найти? Он сильно хорошо относился. Я бы ему тоже что-то подарок послал. Ну, не знаю, в принципе. Можно попробовать его разыскать? Да вы ему скажите, по какой причине, почему? Потому что когда у меня здесь Надежда Васильевна приехала, жена, и она сказала, что моя подруга близкая умерла. Ей было 75 лет. Она 10 дней меня не дождалась только. Ну, умерла и... Я очень печалился, и он меня спросил, а что вам нужно? Я говорю, мне нужно место помолиться. И он меня в своем кабинете закрыл. Я там выплакался, помолился. И... Вот так. А вы помните, как у нас был обыск в этой... Ну, где были, локалка-то там, где вы были начальником-то, отдельно, зона в зоне. И обыскивали все. Я пришел, у меня Библии нет, а вы к себе ее все перенесли в сейф, положили. Просфоры мои меня спасали. Это вам Бог так на сердце положил. Видите как? Мы встретились не случайно. Вот. Нам Бог дал великое богатство, сокровище духовное. Там у меня были встречи с людьми. Когда до этого приводили, там в Ташкенте эти были, этап-то останавливался. И там сколько преступников, которые обращались, молились. Ну и здесь были люди у вас-то тоже хорошо относились. Там какой-то казах был, он много знал, даже религиозного. Вот. Строгости были там какие-то, но меня как-то все это не касалось. Вот у них там было, когда первый там месяц, или как называют, там, пока их приводят в порядок, прибывших. Карантин. Карантины, да. Ну и дежурить на проходной, на той, которая там внутри, в эту зону-то заходить, там своя зона была. Ну и никого не пускать. Ну, а приходят там, то друг, то брат заходят, а там подходит, ты что, подло, я за тебя буду, ну и бьют. А я намертво стою, я знаю, что нельзя. А приходят-то дружки тому, которые там, Абанкулов, или как его звать было, который там Женю-то палкой ударил, убил-то. Вот. А к нему не запускаю. Помню. Не помните, да? Не помню я такого, да. Что у нас кто-то там кого-то убил. Да, он убил его. У меня это написано в книге. Я с ним познакомился, с этим Женей хорошо, а он его палкой ударил и проломил ему череп, и он умер. И потом... А это у нас в лагере было? Да, конечно, в лагере, в локалке там, когда приехал я. Не знаю, не помню я, чтобы у нас кого-то убили в зоне. Да, вот он его ударил и убил. Его звать Женя, этого парня. Мы с ним познакомились, он рассказывал, он где-то... украшения снимал. У меня, говорит, пистолет спрятанный где-то. Ну, я, говорит, раскаялся во всем этом. А тот что-то на него обиделся, командир отряда-то здоровый такой. Ну, и палкой ударил его, ударил, и, видимо, не один раз. А потом, когда его пришли уже брать-то, он, говорит, под нары залез и прикинулся, что он сумасшедший. Этот, который ударил-то. Так мне сказали. Там я фамилию его все указываю в книге. Я потому что вел дневник и вынес оттуда... Он, может быть, умер не сразу в больнице, на другой день. Такое. Ну, это между делом. Это тоже для жизненной школы мне помогло. Потому что, когда я вернулся, я 17 лет работал в тюрьме здесь, как проповедник. Приходил по камерам. У меня очень хорошие отношения были с прокурором края, он генерал-лейтенант Параскун. Ну, а тут тогда были еще приговоренные к расстрелу, еще это... Меморандум не было этим подписан-то. Ну и туда никого не пускают. Я сунулся, начальник тюрьмы говорит, пока я здесь, вам не бывать там. Ну я прокурору позвонил, он говорит, ничего, мы сделаем. Я прихожу дня через два, он говорит, все, ход открытый. Я к ним туда заходил. Господь показывал просто удивительные вещи. Вот одна камера, я узнал, у них голодовку объявили. Их там набилось где-то человек 20. Там по шестой ходке были очень серьезные такие люди. Ну и начальник говорит, вот такое дело. И говорит, не знаем, что делать. А почему ОМОН переколотил, там зашел, вызвали. Знаете, фильм «Зона 50 серий», тот, который вышел. «Зона» называется. Ну я говорю начальнику-то, запустите меня, Анатолий Иванович.
Да вы что, вы думаете, что говорите? А помощник там Владимир Николаевич был. Я говорю, ну походатайствуйте. Я подпишу бумагу, чтобы за меня не отвечать. На что с Господа Бога спрашивать будем? Ну, все-таки я добился, и они меня туда запустили, а сами у дверей стояли там с собаками офицеры. Они страшно обозленные были. А они все знают. Я по радио у них выступал, по рации. Приносил там разные, на Пасху там яйца крашеные приносили. Что могли, то делали. Они когда освободятся, ко мне на дом приходили эти, ну, сидельцы-то. Ну и вот я с ними переговорил, там побыл не больше, час может быть. Вечером звонит мне начальник там политотдела. Вся камера, говорит, вышла из голодовки. Я такого не слыхал, говорит. А что вы могли им там сказать-то? Для него удивительно. Я, говорит, работаю в этой системе пенсарной-то. Все, говорит, и не видал такого. Я спросил, я говорю, скажите, у вас на свободе есть кто-нибудь, кто вас ждет? Ну, у кого-то есть, у кого-то жена, я ее зарезал за измену, там вот такие вот. Я говорю, ну, попугайщик, собака, хотя бы кошка есть. Вам не выйти отсюда. Вы знаете, свирепствует туберкулез. А вы не идите. Какой день? Четвертый день не идите. Это туберкулез, то, что надо, он хватает. А уже суббота была перед Пасхой. Я говорю, давайте так. Объявляйте пост. Не голодовка, пост. А я сейчас иду сразу представить, это, как назывался он, тогда не федеральный инспектор, а представитель президента. Я хорошо с ним знаком. И я иду в комитет по правам человека и прокурору края. Я все это напишу, и ну что-то там надо было еще. Я, правда, везде пошел. Они, есть люди, которые очень благодарны. Я говорю, я им ничего особенного не сказал. Но для Бога вы сделайте, для Бога. Вы же тоже сидите не за благовидные дела. Попаститесь один день, а остальное вам не сдвинуть. Солженицын говорит, голодовка имеет смысл в тюрьме тогда, когда тебя с воли поддерживает. А тут ты хоть загни, сдохни, кому ты нужен. Меньше преступников будет. Да, правильно. Ну вот. Ну, я и сказал, а родственники там еще и не знают, связи-то никакой нет. А я шел по камерам раз в неделю, раз в месяц проводил занятия со всем персоналом тюремным. Все они, офицеры там все. Вот. А потом по камерам. А потом я вел 3 радиопрограммы регулярно по краевым. Но у них там динамиков нету. Я объявил, и мне на завтра 50, кажется, 6 динамиков принесли. Я их все в тюрьму. Что было? Одежды там не хватало, мыла. Я иду там, ходатайствую перед начальством. У меня везде хорошие отношения были с администрацией краевой. Мэр города, он в десятку лучших мэров входил в России. И везде все спешили помочь. А преступники это знали. И потом не раз встречались в городе. Вот как они относились. Видите как? Тут ничего не особенного нет. Я сказал, Христос умер за всех. Христова кровь омыть сильна нечистоту порока, и отойдет вас, от вас вина, как запад от востока. Вы поверьте только, мы в каждую камеру мы Евангелие заносили, у меня иконы были, покупал. Ну, люди на таком положении находятся. Ты глядишь, кто-то и... А Библия это что? Каждый год тюремное начальство благодарность выписывало, у них ни захвата заложников, ничего не было. Я на лето в лагерь уезжаю, они брали адрес, если что случится, где вас искать-то? Я у них как затычка был там. А они преступники-то знают, что я каторжанин. Я знаю, о чем он думает и говорит. И они уже со мной не лукавят. Ну, правильно, да, потому что слухи-то ходят. Да, а там это без всякой ксивы они друг другу перестучат. Потому что я 2 раза сидел здесь в тюрьме. И сохранились связи какие-то и с работниками. То есть очень хорошие отношения были. Я 17 лет помогал в тюрьме. А потом пришел какой-то приказ, указ, никого из гражданских не запускать. Ну и вместе со всеми и нас вымели. Я бы мог добиться, но уже не пошел. У меня с Гуином хорошие отношения, с генералом. У нас этот батюшка ходил в церкви до последнего, пока я там работал. Он один раз в неделю посещал, проводил занятия. Вот, хорошо. Люди нуждаются, чтобы вздох чистый сделать, взглянуть на свет. У нас, видите, община, собирали деньги, покупали, что требуется, и относили. У меня даже домой некоторые приходили, он сидел, что-то там приватизировал, не так, не преступник никакой-то. Чем-то заниматься, предприниматель. И некоторые связи по сегодняшний день еще... Хороший предприниматель, посадили. Он сидел, сидел, сидел и выпустили, ничего нету.
А в это время мы, я брал с редакции газеты, чистая бумага, по которой попадала, там даже написать не на чем-то. И все это заносили туда. Начальство полностью доверяло, потому что я ни одного письма ни от кого не брал. Нельзя. Ну, охота передать где-то. Ходатайствовал за некоторых перед прокурором края. Рассматривали дела, сбавляли сроки, а это быстро несется молва. Чуть ли я не тюрьму открыл им. Они любят это фантазировать-то. Ну а после Жанатаса долго во Фрунзе находился? Нет, недолго. Дело в том, что у меня же борода была сбрита. А борода, да, это я был, помню, это... осквернен. Она, по Библии это никак нельзя. Я в храм не ходил, сидел дома. Священники приезжали. Но у меня с легкими-то, действительно, это бронхи-то были, а туберкулеза-то не было. Ну я знаю, Татьяна Прокофьевна вам там это, фотографию... Да. Но у меня бронхи, там меня 13 дней держали в холодильнике здесь, в тюрьме. И поэтому у меня бронхи как тряпки. Ну и какие-то советы стали давать, там какие-то соки выжимать, там выпаривать, алоэ там, чтобы был. Я у матери жил, там свекольный сок, это все какая-то такая, состав такой. И у меня, правда, сразу лицо изменилось. И на борода, когда выросла, я стал там в храм ходить. Я не знаю, месяца, наверное, 3 там побыл у родителей, и тогда приехал домой. Только приехал, сразу в КГБ узнали, что я приехал. Я же, меня МГБ, по санкции Московского КГБ меня брали-то. Ну, я в курсе, в курсе. Вот эти приехали. Личное дело читал. Да, спрашивает, а где он? Он говорит, да пошел в милицию паспорт получать. А как он вернулся живой? То есть меня отправляли не для того, чтобы я вернулся. Я коснулся самой таинственной темы управления мира евреями. Масонство. У меня документы были. Я со всей литературой дореволюционной, зарубежной я работал. Называлось М1, М5. Вот. Но я все увязывал с тем, что как по-божески. Не то, что ненависть вызвать или к чему, а отнюдь нет. Мы за евреев молимся, благословляем их, чтобы обратились к Богу. Но он говорит, как на нас сильно, говорит, наверное, встречает. Она говорит, еще он будет встречать, он Бога благодарит. Потом мне пришло приглашение в Америку, за меня ООН ходатайствовала, там было. Но тогда-то не помогало, а тут пришлось ехать. Я по Америке много ездил, выступал по «Голосу Америки», радиостанция. И когда спрашивали, как вам помешало КГБ, я говорю, они меня сделали известным. Как бы не они, меня бы здесь не было. И КГБ приезжает сюда, который меня курировал, полковник, книги у меня покупал. Я говорю, вы верите, что написано? Он говорит, это не то слово, я участник всего этого. Я там нахожу про себя написано. Не хуже, Юрий Михайлович. Вот как. Ну да. Видите, Бог когда ведет, и я благодарю Бога, у меня опыт, которого могло не быть. Я бы 17 лет в тюрьме не был таким, как меня ждали. Там священник приходит, он ну, сторонний как бы, а у меня конкретная с ними беседа, разговор. Мне дали очень большие права здесь в тюрьме, от прокурора края следователь. Приносили дела, самые суровые, там неоднократное убийство. Я выбирал дела и начинал работать как следователь. В отдельном кабинете ко мне приводят заключенного, я с ним беседую. И вот в одном месте идут 4, а остается 1, 3 до суда выходят на свободу. Так они мне говорили, я же освободился, когда суд вел, у меня же конфисковали все. Общий счет мне должны были 11 миллиардов. То, что у меня конфисковано-то было. Но 11 лет шел суд, и я его выиграл. Но выиграл 1/200 часть, а нет. И этого хватило, вот я где живу, 13 соток земля и 2 дома. В частном порядке. В одном мы молимся, это 226 квадратных метров. Это как с неба дар мне дал Господь. И когда рассчитываться уже выиграл суд-то, а рассчитываться нечем. А сделали так, КГБ в стороне, а... ответственно передо мной городская администрация. Видите, как они сумели так повернуть? Ну, городская администрация, денег нет выплачивать. Я тогда пошел, мэр города, мы очень близкие были с ним. Я говорю, нам нужно где-то молиться. Ну, сразу тут задвигались и дали мне напротив краевого суда, прям рядом. А другое место выбрать напротив тюрьмы. Я говорю, тюрьма это уже каюк, а суд еще неопределенно, буду я здесь слышать. Вот где сейчас нахожусь? Это бывшее здание «Свод», спасение на водах. Целая история. Приехал сюда мэр города, с краевой газеты фотограф. Все засняли. Это все в книге для Слова Божия «Нетус» написано. Когда вы получите, посчитаете.
Там фотографии, все. Вот книга, которую я вам пришлю, это Новый Завет, вторая часть Библии, с полным толкованием православных отцов. И за 2000 лет такого никто не упускал. Мы взяли самого лучшего иллюстратора Библии, Гюстава Даре, 240 картин, и сами в интернет-версии раскрасили, компьютерной. И все эти 240 иллюстраций в трех томах. У меня каждая книга 752 страницы. Это не брошюры. Видели эти книги в библиотеке у Путина. То есть я дарил там королевские библиотеки, Великобритания, Дания, там все проехали. Испания, Германия, Франция. Где только могли. Я проезжал во все национальные библиотеки, дарил книги. Это примерно 600 городов проехали за 4 года. Все. То есть у нас жизнь не в уголке проходила. А так Бог сделал. Вы мне сразу сейчас, ваш адрес внизу, чтобы напишите. Напишу. И телефон, и индекс, и все остальное. Вот так. И когда вам книги понравятся эти, посмотрите. Если вы сочтете, что вам нужны другие, тогда пришлю другие. Пока 5 книг пошлю. Где про меня написано? Ну, вы же на Тасе были, я, может, там не упоминал даже. Я там не знал, именно можно нет упоминать в то время-то. Они держали. И поэтому я никого старался не упоминать. Только, кажется, Долутбаева, это Рора, вспоминал и... Как он меня один раз по руке стукнул. Я помню, как он вам обещал голову полить кислотой. Он крутой мужик-то. Мы сидели, и там как раз политодел, Кудеринов или Кудеяров, как этот был-то. Вот. И он вот так вот меня, не крестись. Я сижу вот так, перекрестился у него в кабинете там. А он вот так вот ударил и вскользь-то. А тот ему что-то загорготал. И он сразу, да нет, это я так, просто так. И он сказал ему, что у меня там стояла черта, КГБ ведет меня, и поэтому не трожьте. А мне КГБ сказала, наш знак стоял, могли мы и по-другому сделать. Но не видели, что я покорно иду, исполняю все. И он сразу начал, вы по-славянски считаете. Я уж не стал еще говорить. Здорово. Пообщались светло и весело. Особенно тоскливо было, когда утром на разнарядке выходит, дует сопок, ветер такой холодный, вот, начальство где-то там за стенкой жмется, и ты стоишь. К столовой прийти, снять шапки. Вы знаете, как меня когда освобождали-то у них было? Я сижу в столовой, а было так, что когда раздают на стол-то 10 человек-то, с той стороны я сижу рядом, а рядом это прям с коридором, по которому идут, это между столами-то. Ну и мне надо помолиться, я 7 поклонов делал. А кто рядом сидит, тому, когда разольют, и бывает остаток, поварешку, они мне все додавали. Я-то на другой конец, а на другой конец-то кто там подаст-то? Но там никого больше нету, стенка. Я мог 7 поклонов сделать. Ну они заключенные, кто что-то с кастрюльки сидит. Мне все равно в поварешке давали дополнительную одну. И вот когда... Я сидел, и в это время принесли газету и показывают, что статья 70 и 190 прим УК РСФСР, помилование, не амнистия, а помилование. Помилование по указу Президиума Верховного Совета СССР. Но ее, эту статью убрали из Уголовного кодекса. Ну да, убрали, поэтому... она как годилась, убрали, ее нету. Я кричу, не надо второго, я иду на свободу. Второго не надо. Ну и когда уже пришло тут дня два, прибежал дежурный оттуда, он как меня быстро-быстро собирается. Я успел кое-что там раздать только, там, что у меня было. Потому что бумага пришла освободить немедленно. Немедленно, там к 3, кажется, часам. И они прям вытолкнули меня. Но... После обеда, да. Вот. А вы не знаете, какой офицер ко мне был приставлен вести меня? Я отвозил вас на вокзал, сажал на автобус. О, а то вы и отвозили? Да. Ответьте, что. Ну и... Вы еще поехали в этой в зэковской робе. Да. Даже бирку не сняли с груди. Я вам говорил, снимите бирку. Я говорю, нет. Я приеду, повешаю и буду гордиться этой одеждой. Да, я говорю, меня в ней похороните. Похороните. Это моя награда перед Богом. Но я сказал, что я не пойду, пока не зайду к начальнику лагеря, к Бахаеву.
Но я зашел, ему сказал, что я буду писать в Центральный комитет, в Генеральную прокуратуру обо всем, что здесь делается. Я знал очень много. Он говорит, ну, пишите. Он ничего больше не сказал. И я написал. А что он еще скажет? Да. Вот, ну, какие дела и как, что было. Вот такой. Может, поэтому и закрыли лагерь. Может быть. Мне сказали, позвонили потом, кажется, оттуда и сказали, была комиссия по вашему письму. Но я написал подробно. Там видно было ссылка на статьи, которые нарушались. И, ну, очень серьезное письмо было. Вот так. А вы помните, как... Я у вас в кабинете был, а там один заключенный, но они между собой подрались. А им нужно, чтобы не записали туда, иначе его УДО не будет ему. И они у вас упрашивают, Владимир Васильевич, накажи меня сам, только не записывай туда. А вы, что ж, вас не видно, вы добрый такой. Но вы учили их, у вас какой-то шланг был, я не знаю, от стиральной машины или от чего. Ну здорово. Да, это высокого давления от тракторов. Так, а у вас какой рост? Рост какой у вас в сантиметрах? 184. Ну вот вы здоровый такой, у вас размах крепкий-то. Ну и они больше 10, кажется, не выдерживали. Но вы крепко наказали. А я с вами остался и говорю, вы меня в наручники посадите. Я никогда не ходил. А вы мне говорите, это нельзя, это только наказание. Это увидят меня, накажут тогда. Ну я говорю, ну накажите меня этим шлангом-то. Да за что, да как? Я вас убедил. Ну раздевайся. Я разделся, вы встали, ноги шире плеч. И как мне врезать, знаете, как кипятком обожгло. Ну вы немного там, раза три меня. Я ну, простите, сами просили. Я просил не раз, я вам очень благодарен. Мне нужно, я знал, что буду писать об этом, мне нужно было ощутить это все. Ну да, пока. Видите, как это все вспоминается, как теперь-то, знаете, как вот розы растут, далеко запах слышно, а шипов-то не видать. Значит, забыли, что я вас освобождал, да? Вот я не знал, кто. Я знаю, кто, вот-вот, а именно, что именно вы-то, у меня это из памяти и выветрилось. Я же вас вывез на автовокзал, посадил на автобус и отправил в Бишкек, во Фрунзе тогда еще, по-моему. Так, вам было указание меня до вокзала отправить? Да. Я говорил, отправь, не надо, посадить. Я уеду, а вы говорите, нет, это указ такой. Дело в том, что у нас был офицер по освобождению. Но обычно же освобождали утром рано, чтобы отправить из Жанатаса поездом. Ага. А поезд из Жанатаса уходил, по-моему, без 15-12 днем. Ага. Вот. А вас освободили уже после трех. Да. Вот поэтому я вас, меня начальник вызвал, сказал, твой Лапкин? Я говорю, мой. Вот езжай, освобождаю его. А вы что, всех заключенных провожаете или это льгота какая-то мне была? У нас есть штатный офицер по освобождению. У него в обязанности входит проводить осужденного до поезда, взять ему билет и посадить в поезд. А, иначе он деньги-то свои здесь пропьет и останется у вас снова служить в зоне. Вот. А так как вы освободились не в то время, когда положено освобождать, поэтому сопровождал я. А знаете, строгий какой указ. Вот указали меня, допустим, до трех часов вытолкнуть из зоны. Как они бегали все. Вот дисциплина. Мне понравилось это. Потому что в бумаге было сказано, освободить немедленно. Вот оно какое дело. Поэтому как только бумагу наша спецчасть получила, все, меня начальник вызвал, сказал, Лапкин твой, у тебя в отряде. Я говорю, у меня. Все, готов его на освобождение. Да. Пока спецчасть там выписывала эту бумажку об освобождении, справку, по которой из зоны-то солдаты выпускают. Да, да. Вот как. Я помню, послали картошку чистить там. А там уже что-то знали. Подошли, а зэки же там на все. Им как-то, говорит, за большую цену это, чтобы в столовой-то устроиться-то. Домашние там кто-то платит кому-то. По протеже. Ну, они подошли, а картошка такая мелкая, помню, была. Так, отец, иди сюда. Я говорю, да картошку чистить. Почистят кому? Срок длинный-то. Расскажи нам о Боге. Эти, которые кухонные работники-то.
Ну и я разговаривал с ними там, что свидетельствовал о Христе, о спасении, об Евангелии. Но они нас всех там, которые были, накормили. У них, видимо, что-то остается. Не, ну тогда в Натасе в столовой хорошо кормили. Угу. Да. А у нас в тубатряде осужденный один со стороны приходил и пайки воровал. Помните такой момент? Да. А один был такой, его за какие-то такие социальные действия, говорит, ничего не было, он под себя мочился еще. У вас был один такой. Здоровый такой парень, и будто он девчонка еще там был, там, но ничего не сделал с малолеткой. Но его посадили. А который на втором этаже сидит на шконке-то, такие здоровых белых шеи сидит и на нижнего кидает. Вот. А потом один какой-то этот подходил ко мне, а он куда-то пошел и надел фуфайку не свою, с другой надписью. Ну, его там поймали и щенками лопат-то поколотили. И он пришел, говорит, ох, отец Игнатий, сильно бьют. А потом им наказали, чтобы ко мне никто не подходил. Это еще когда не у вас было, там было-то. Это пока вы меня оттуда не вытащили. Что с ним не разговаривать. А я с ним разговаривал. Его вызвали и отдубасили. Я говорю, за что? За то, что с вами разговаривал. Я могу, мне запрета не было, я могу с любым разговаривать. А чтобы ко мне подходили, этого нельзя. Потому что вы были единственный политический в лагере. Да. А у вас зона-то была вся вязаная. Меня сразу спросили в том отряде, третий отряд, кажется, был. Вы будете? Я говорю, нет. Я говорю, мне по религиозным убеждениям этого нельзя делать. Я не могу ни доносить, ничего. Вот другая эпоха, и мы встретились. Да. Вот считай, с 87-го года, это там 13, да здесь 15. 28 лет. Ясно, что многое изменилось. А наши из Киргизии уехали. Отец там остался на кладбище. Мама приехала сюда, деревню начали строить в 91-м году. Получили статус. Это было трудно. В России уничтожено 21 тысяча поселений. Сел. Это разрушение государства. А мы получили свою родную сестру землю и помаленьку начали. Сначала лопатой копали, потом трактора появились, земли получили, теперь фермер там есть. Открыли свою школу, все сами, без помощи государства. Вот я начальник детского лагеря, 44 года, основатель его, 44. Это тысячи детей отдохнуло. Лагерь необыкновенный, могут прибывать и родители, и бабушки с дедушками, которые знаем. И за счет 44 года ни рубля государство нам не дало. Мы все самостоятельно делали. Это чего-то стоит? Ребенок, если наркоманит, за месяц его уже не узнаешь, какой он делается. Приезжает тут, услышали в Англии, директор Кэстонского института прилетела через Останкино, Ксения Деннон. Увидеть, как можно. Профессор психологии, там разные там депутаты приезжали с Бразилии, с Америки. Гости, что ли, к вам? Ну, они посмотреть. И нашли, говорит, главная движущая сила лагеря, тире с большой буквы, любовь. Вот я говорю, может к вам летом в гости приехать? Да. Знаете, у вас какое будет разнообразие. У нас из Казахстана, я вам могу сказать, чтобы вы к ним присоединились. Дайте адрес, телефон, они живут в Казахстане. Они приезжают каждый год к нам с ребятишками. Откуда вы? От Гляна. Павлодара, наверное. Валит, сейчас я спрошу. Житикара как-то так вот. Как-то город. Житикара как-то вот так вот. Я точно не помню сейчас. Житикара? Да. Есть такой. Ну вот я тогда вам телефон дам, все, и подцепите, и вместе можно будет приехать. Можно и на своей машине, еще проще. У вас машина-то есть? Есть. Ну вот ее на машину своих там возьмите. Я в 12-м году на машине ездил в Москву, в Сочи. У меня один интимный вопрос к вам. Вы курить бросили, нет? Нет. Ах, грешник. А вы помните, вы стояли, когда стояли, у вас там как выходишь из этой, где рентген-то у них был, и так как бы крышка над ними. Вы закурили, а заключенный стоит рядом с вами. Вы ему подаете, да нет, я не буду. А вы говорите, что, западло считаете?
Не помню такого. А я-то помню. Она не считает, как это, у мента брать и прочее. Ну и свой там кодекс. Да, никогда они не отказывались. Если дают, почему бы не закурить? Ну да. Тем более на халяву. Видите, вы-то из этого милиции-то выходили, вы другой, вы как-то по-семейному, можно сказать, у вас все было. А как мы, вы меня выдернули из промзоны, а бригадир кричит, куда Лапкина, вы меня за руку не останавливаете, не оглядываясь, и меня тащите быстрее, быстрее, скорее только к себе в железную зону туда занести-то. Вы меня вырвали буквально, вырвали оттуда. А как раз пост кончился, вы мне двойную порцию масла, двойную молока. А как обыск какой-то что-то был, вы мне говорите, с той стороны здания зайдите там, посидите маленько. Вы меня вообще выручили, не знаю как. Я другим все рассказываю. Я говорю, видите как, Бог везде находит верных ему людей, как Корнилий сотник. Написано в Деяниях апостолов. Вы меня не знали, еще бы вы так были расположены. Это уже Бог так расположил. Ведь и с супругой вы там говорили, она старалась на глазах-то не попасть, а смотрела, кто куда пойдет. И вот, Татьяна Прокопьевна, она там была, заходила. Видите, Бог так делает. И у меня мысли-то такие вот. Вы знаете, что сейчас это борется? Россия-то бомбит там в Сирии-то ИГИЛ. Конечно. Вот. И я написал президенту Российской Федерации Путину, патриарху, что походатайствовали, помогли мне проникнуть через Турцию в ИГИЛ. Ну, все понимают, что оттуда уже не вернуться. Но у меня есть своя программа, не нарушая ничего. Я им показал, что более подходящие кандидатуры не найти. Во-первых, возраст. Я не террорист. Во-вторых, я знаю Коран. У меня книга одна выпущена. Коран. Разбираю по сути. А этот... турецкий, сирийский язык вы учили уже? Так я все учил-то бы его, я им не занимался. Вот. Но дело в том, что я был бы с переводчиком. На самой передовой хотел быть. Выделили бы комнату, где я мог бы молиться, беседовать, когда они сами пожелают. Даже по-арабски сейчас переписывались с ними, но ответ пришел от Министерства иностранных дел, поблагодарили, но дальше не пошло. Я решил тогда через Рамзана Кадырова, у меня от него благодарность есть. Мы в 6 мусульманских республиках были. В мечети были, у мулы дома ночевали. У меня дед с мусульманами возился все. Они заезжали к нему через деревню, и у него как постоялый двор для мусульман был. То есть у меня есть что сказать, и я не враг, они это увидели бы. Но пока вот так затормозилось все, Бог знает. Мне жалко всех. И тех, которых они режут, христиан, и тех, кто режет. Я христианин, не могу требовать смерти никому. Вот меня спрашивают, а вот маньяки, как гражданин, я за то, чтобы Чикатило был расстрелян. А как христианин, я не могу этого сказать. Я могу только молиться. Даже своими, у меня пенсия минимальная, мне же не давали нигде работы, только при милиции, в небесной охране. У меня, если перевести на доллары, $98 в месяц. 6200... Кажется, 75 рублей 3 копейки. Ну, это минималка. Минималка. Как... Ну, мне не давали работы. 35 лет стажа у меня. Вот, я же прорабом работал раньше. А как уверовал, мне нигде нельзя. Учился в мореходке. Вот. А потом меня нигде не разрешали. Когда вернулся, ну, железнодорожный отдел милиции, там капитан, не капитан, майор Венс, он устраивает на работу, кто вернется. Всех устроил, одного меня не может. Куда ни придем, меня везде выбрасывают. Не принимают, и все. Ни под каким видом. Он говорит, я такого не видал. Как? Ну куда? Я должен устроить. В одном месте приняли, через 6 часов выгнали. Я вышел только на работу. А мне трудовую в окно выбросили. Забери и уходи отсюда. Отношение какое было. А когда началась перестройка, более востребованного, чем я, наверное, в стране не было. Во всех воинских частях, Алтайский край, вызывали, приезжали... Хотели самолет зафрахтовать, чтобы летать. Во всех отделах милиции много лет вел занятия. Это 5 отделов, горы, край УВД. В 5 университетах вел занятия. 3 РД-программы, телевидение. Во всех техникумах, в десятках школ, на фабриках, заводах, КГБ, прокуратура, в тюрьме. Везде проповедь была. Я уходил темно и приходил темно.
Вот такая была востребованность. Тем более у нас был канал налажен, доставать Библии. Мы доставали через Киргизию. Да, в это время же их не было. Да. А у нас была цена раза в три дешевле церковной, когда они доставали-то. А мы какой получали? Ну, дорожные расходы только ложили. Вот, допустим, соберутся все прокуроры края. За мной приезжает машина, чтобы перед ними выступил. А тут еще сняли фильмы. Фильмы. Государственные фильмы. Называется один фильм «Предчувствие» на моем сайте. Там есть. Он занял первое место на международном киноконкурсе. Документальный фильм о православии. Второй — «Златоуст из Потеряевки». Это мое прозвище, и Потеряевка. Он занял первое место в России. А вот я хотел посмотреть, у меня не открывается. Как говорит? Не открывается у него. Хотел посмотреть, не открывается. Не открывается? Почему? Не знаю. На сайте эти фильмы можно открывать. Они открываются, я не знаю, почему не открываются. А их больше нигде и нету. Так мы спорченных материалов-то с пленок. Режиссер поехал в Москву, Кузнецов. Они говорят, 110 тысяч заплати, дадим копию. Он режиссер, ему не дали. Вот и возьми. Поэтому у нас такое слабенькое. А когда я вернулся, ну и дальше пришлось оцифровывать «Златоуста». 50 книг, которые у меня были уже насчитаны. А «Архипелаг ГУЛАГ» и «Библия» я уже на компьютер насчитал. Они стоят на нашем сайте. Она в интернете, только заряди. На нас сильные гонения, клеветы там идут какие-то, а мы работаем. Это ничего не значит. Клевет нет на того, кто не работает. Посчитай, что о Путине говорят, что о Назарбаеве. Да, да, да. Это, если говорит, Христос говорит, если о вас все будут говорить хорошо, Павел говорит, то вы несчастье всех человеков. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Христос говорит, меня гнали, будут гнать и вас. Это наша участь. Мы должны просто Бога благодарить за то, что Он нам дал. Ну, насчет поездки-то вы посерьезнее отнеситесь. Прямо начинайте готовиться. Я вам адреса вышлю там, на наши люди где есть. Я не пойму, мой образ-то где здесь исчез, Володя? А, фотография моя исчезла. Так, вот она где, нашел, вон она где, в уголке. Вам хорошо меня видно? Да. Ну вот, видите, у меня своего-то ничего нету. Все, что у меня есть, и компьютер, и платят, это кто-то платит. У меня ничего нету, совершенно нету. Это моя такая жизнь, которая мне нравится. Вы знаете, я как-то захожу один раз в краевой суд, а там у них какой-то сабантуйщик день рождения справляет. Краевой судья, генерал-майор, прокурор края, генерал-лейтенант, мэр города, это еще юстиция, тоже генерал-лейтенант. Меня за стол, а мы, говорит, только сейчас о вас разговаривали. Я говорю, что? Более счастливого человека не знаем. Я говорю, а как вы узнали? Очень просто. Вы, говорит, делаете то, что вам нравится. А у меня да. Такой... Дела, которые, говорит, меня ни век не нужны эти преступники. А я хоть с преступниками, я же печник, 40 лет печи делал на стройке-то. Я неукротимый был в работе, у меня все время выработка 280-300% была. Мне все нравится, сажи быть, человеку тепло, я доволен. Видите как, я когда вернулся, вот в этом году уже, когда у меня все книги вышли, я перестал издавать их. 9 лет я сидел за компьютером. Ну, 38 томов. Провел за компьютером больше 30 тысяч часов. Представляете, что это было? Ну, и от этого, когда отошел, теперь стал искать, кто мне добро делал-то. И нынче всех нашел. Директоров. Ну, все, директора. Кто помогал детскому лагерю, кто-то нас создал, кто-то шланги, кто-то палатки. Вот. И всем отвез, подарил вот по 5 книг. И все это в интернете выставлено. Некоторые приезжали ко мне сюда. Ну, знаете, есть поговорка, говорит, ласковый теленок двух маток сосет. А когда пущить человека угодно Богу, он, говорит, и врагов его примиряет с ним. Ко мне приехал судья, который меня осудил, Макаров Владимир Александрович. Вы, наверное, проклинаете нас и детей. Я говорю, еще чего, мы за вас молились, чтобы у вас благо было. Нам написано, молитесь за враждующих. Только он мне книги купил, приехал. Это Бог так делает.
Я даже где была в Кемерово, где меня, ну, как называется, судебная экспертиза. И как там было, что написано, у меня все там описано в этой книге-то. И я туда съездил, и в Хабаровске, где держали, и туда поехал, старался всех найти и всем подарки сделать книгами. Да, счастливый человек. Да, тут как-то Стручков Александр, незнакомый профессор, он шолоховед по Шолохову. И слышу, познакомились только, он мои дела-то когда вник, ну и другим говорит, я встретил человека, говорит, счастливее его, говорит, не встречал. У меня всегда радость, новые люди приходят, каются, преступник стал на истинный путь, там разведенные сошлись, а мы, я же проповедую, в университетах везде вел занятия-то. Я вижу результаты. Это результат Духа Святого, это не наша работа. Про ректора, ректора, профессора, и все приглашают выступать. О, вы ушли куда-то у меня. Он показал. Я повернул просто. Детки. Здравствуйте. Добрый день. Это вот. два младших сыночка у меня. О, это счастливый для меня день, что я вас нашел. Это... Родился уже после того, как вы уехали 90-го года. А это младшенький самый, вообще 2002-го. Вот и берите ребятишек в лагерь. А это? Вам понравится. 90-го года. А двое у меня детей живут в России. А это моя дочь. Вот, видишь, какая кошка тут ко мне подошла, смотри. А у нас тоже рыжий есть такой. Иди, гуляй. Ну ладно, да. Владимир Васильевич, вы это пометьте. Сейчас мне адрес скинете, а я вам скину кое-какие данные. И тогда адреса постепенно я вам скину. Вы только смотрите под скайпом. Заходите в мой мир, особенно удобно. Я данные сказал. Вы держите скайп, когда у вас будет нужда какая-то в духовном плане. В телесном-то от меня помощи никакой нету. То знаете, вам есть куда обратиться. Хорошо. Знаете, которые меня судили, судья, который политодел в тюрьме был, когда у меня презентация книг была, вышло 8 книг-то, и они в университет пришли, эти люди. Все улыбаются, все здороваются, все про них в книге там написал, я где можно было. Почему? Потому что, ну, Бог так сделал, что я вернулся живой. Когда меня первый раз посадили, один и говорит, вот тебе тут семинария будет, а второй раз посадили, как тебе академия будет. Это наша жизнь. Ну, биография, конечно, непростая. А так бы прожил, никто и слухом не слышал. Но нам есть, да. Есть что было сказать. Мы же с вами сколько беседовали. В кабинете у вас. И... Вот. С вами всегда было интересно беседовать. Вот Господь так сделал. А у вас фамилия-то как происходит? Я хотел тогда еще узнать. Ну, видимо, кто-то в предках был словак. Ага. Поэтому так фамилия и осталась. А мою фамилию никто не догадается как. Тетка знала. А искать по всему Казахстану, вот они, все словаки здесь сидят перед вами. Ага. По всему Казахстану. Больше нету? Нету больше. Вот как. Значит, вас можно найти в интернете будет легко. Но я нигде не бываю, ни ВКонтакте, там модераторы работают. У нас большой YouTube, большой сайт, большой форум, там все мои книги, насчитано 50 книг почти, которые там в аудио, можно скачать и ехать дорогой слушать. И Библия, Златоусы, Жития святых, то есть очень-очень богатый материал у нас. Вы когда ознакомитесь, ну, примите что-то себе, там худому не научат. Ну, благодарю вас, что откликнулись, мне очень радостно. Вот. Но надо дальше что? Я могу предложить только летом, с 7, у нас какой, с 10 июня лагерь, с 10 июня примерно. Но курить у нас нельзя, даже в деревне, так что имейте в виду это. Вот буду за пределы деревни выходить. Да, а за эту, когда уходят, там не видно. У нас эти корреспонденты, когда приезжают, они выходят там отдельно. Нынче бульдозер был, помогли мы 3 пруда, восстанавливали дорогу. Страшно дорогое удовольствие. За одну только щебенку 270 метров, 235 тысяч пришлось отдать.
Ну, охота была сделать, чтобы выезд был хороший. Ну, и потрудились ребята. Три пруда, сливы делали. Мы там с потемок до потемок. Я люблю это дело. С ребятишками. Вот, если приедете, вы увидите все своими глазами. А приедете как раз... Уже будет молочное, у нас там и молочное, и сливки, все есть. Не купленное, никакое попало. Настоящее. У нас тоже. А у вас что, скотина какая-то есть? Не у меня, а у сватов. А, у сватов. Ну, это хорошо. Так что мы тоже, мы пьем молочко домашнее. Ну, у вас там не гонят русских-то? Да нет. Ну, я недавно смотрел День Победы, Назарбаев как справлял, и там как он едет, как честь отдают, самолеты летят. Ну, здорово поставлено. Ролик такой есть большой. День я Победы. Я знаю, смотрел. Я его от корки до корки просмотрел. Там, видно, и русских много, отдельно там какие-то десантники. Василий, вот так. Ну, что? Ну, у нас тоже достаточно. Да. С Богом! Ладненько! Спаси Христос! С воскресением Христовым! Вот как Бог позволил встретиться. Бог знает, что мне надо. Я почти последних. Осталось Татьянушку найти только и все. Ну, же на Тассе, если поинтересоваться. Туда, наверное, кто-то поедет. Я там наказываю. Я знаю, что она... Последний раз я ее видел... В 90-м году она работала в Жанатасской городской больнице врачом-рентгенологом. Вот как. В Жанатасе. В Жанатасе в городской больнице. Понятно. Тогда сделай тогда дверь. Не, ну сейчас я проверю, как. Так. Мне один и говорит, ты в Жанатасе-то был? Я говорю, был. А ты, говорит, наоборот, прочитай, говорит, сатана. Сатана, брат, Жанатас, считай, говорит, сатана получается. Не может быть. Да вот именно так. Сатана и буква Ж сзади. Прямо сатана. А я не видел это, мне дня три назад один там моряк написал. И говорит, ты прочитай сначала, говорит, что там такое. Я говорю, ну, сатана мучилка. Жанатас переводится новый камень. Ну да, прям показать. А по-русски-то слова получились как? Новый камень. Ну ладно. Все, с Богом. Отходите. До свидания. Сейчас я начну вам скидывать туда. До свидания. Низкий поклон вам. Вы меня спасли. Вы для меня не просто человек, а я за вас молюсь, чтобы Господь принял вас в Царство Небесное, чтобы дал вам истинную и чистую веру православную. Слава Христу! Ладно. Сейчас я буду искать здесь. Удивительное дело. В словах Владимир Васильевич. Что-то у меня не получается свернуть. А вот.